Появление новых микрорайонов требует развития инфраструктуры и наличия современных социальных объектов, в первую очередь для молодежи. Возводящийся центр художественной гимнастики – один из важнейших объектов спортивной жизни города. Его ждут с нетерпением не только профессиональные гимнасты. Задача государственного масштаба – за 5 лет подтянуть число людей, занимающихся спортом, до 55%. Ульяновский гимнастический центр – отражение нацпроекта развития физкультуры и спорта. Объект планируется сдавать в конце 2020 года. В конце 2020 года также будет производиться закупка оборудования. Планируем к сентябрю 2021 года войти в зал, уже в новый открытый. Сегодня в России работают 6 аналогичных центров. Здесь планируется проводить соревнования всероссийского уровня. Предусмотрена гостиница на 22 места. Сам зал оборудуют современными тренажерами. Здание строится по самому современному проекту. Все работы на контроле у региональной власти. Вопросы решаются в оперативном режиме. Зачем сейчас здесь будем писать кирпичи, класс, потом там традиционную деревянную дверь, так сказать, там все клетушки. Так-то да. Стеклянные перегородки. Ну, уж делать их реально по-своему. Я не думаю, что это отражение переделаешь. Да не сильно там стекло. Ну, пересогласовывать точно не нужно с экспертизой. Нет, там надо просто посмотреть пожарные нормы. Посмотрим. На местах было чтобы было современное какое-то матовое стекло, чтобы их там не видно было. В общей сложности на строительство центра предусмотрен 501 бюджетный миллион, причем это сумма федерального и областного слагаемых. В этом году выделено 112 миллионов, задача не выбиться из графика. Сегодня выполнено 30% работ. Монолитный каркас административно-бытового комплекса, внутренние перегородки, началось возведение панельных стен и устройства кровли. Вот что комната творчества будет, как вы говорите. Он же будет функциональный. На детей же, как вы выдавали задание, как разработали. Темпы строительства опасений не вызывают. Уже подведены необходимые коммуникации, практически готовы лестницы и лифтовая. В следующем году на завершающем этапе поступят основные средства – 310 миллионов.